Вчера день рождения моего друга был Саша Богдан. Он в русских «Витязях» достаточно долго летал. В прошлом году ушел, сейчас летает в ЮТЭРе. Я ему звоню, поздравляю, там, туда-сюда, Саня, там все. Ну, уходил под полковником, сейчас летает в правой чашке с этими тремя полосками, базируется в Тюмени. Отправил ему песню, говорю, я тебе песню на день рождения отправлю, ты там послушаешь. Пока не ответил, я вот нервничаю, может, обиделся. Хотя написано с искренним уважением к этим людям. Мы не спеша на эшелоне. Идем по спинам облаков. А в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг. Ведут себя не по уставу, к бортпроводницам пристают. Мой командир захлопнет книжку и чертыхнется, что устал. Мне скажут, вы, Михалыч, слишком. Забудьте к черту ваш устав. Ведь вы теперь гражданский летчик, промолвит с искоркой в глазах. Да, был истребитель, стал извозчик, зато как прежде, в небесах. Покуролесить бы над точкой, жаль, за спиной сидит народ. И бочку дать да сделать, и ножку дать да сделать бочку. Увы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант. Циклон несется нам навстречу, знать потрясет кораблик наш. И пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку, поезд попить, как вариант. Нам кофейку нальет красотка, ух. Как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, дают нам пряник или кнут. Как там у Маркса в «Капитале»? Эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке, порой совчинку небосклон, зато нередко на посадке нам аплодирует салон. Спинам облаков, а в комфортабельном салоне летят копченые с югов. Три роты личного состава из дьюти-фри напитки пьют. Ведут себя не по уставу, и к стюардессам пристают.